Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Мигу FIFA. У нас сегодня на грабке The Division Rivals и Squad Battles в рубрике нашей традиционной FIFA без доната. Кстати говоря, ребята, я вам хочу сейчас показать, здравствуйте. У меня, здесь, к сожалению, не будет написано, у меня 1781 очко из 2000. Я, скорее всего, уже не успею за вот сегодня, вот за эти 18 часов сыграть столько матчей, чтобы вот выиграть и получить 200, почти 20 очков. Поэтому, скорее всего, следующая неделя, следующие выходные для нас будут ознаменованы Weekend League. Это я вам гарантирую. Сейчас я даже, наверное, не буду особо пытаться и потеть. Я просто спокойно буду катать в своем темпе. Но все равно я в Weekend League, не попаду, хотя хрен его знает. Я уже точно скажу, что я пролетаю мимо этой Weekend League, потому что, во-первых, не успею, во-вторых, не хочу я сейчас вот бросать все силы туда. Не хочу. Поэтому следующая неделя у нас будет Weekend League. Мы сегодня открываем наградки за Squad Battle, за Division Rivals. Вручите мне, пожалуйста. Не понял, а как же мои награды за Squad Battles? Не понял. Ладно, Squad Battles, походу, пролетаем. Забираем награды сразу за Division Rivals. И, кстати, друзья, у меня сейчас такое интересное событие произошло, что мне понравилось. Мне сейчас вот вроде освещение ноль, я включил только одну лампу над собой, и мне понравился этот процесс, настраивания света и так далее. Пока я ищу в Ютубе свой последний стрим с наградами за Division Rivals, и пока я пытаюсь понять, какие же мы все-таки открывали награды бесплатные, точнее продаваемые или нет, вы пока можете перейти по ссылочке в описании, там вот искать ссылки на мои два канала, остальные Migu Channel и Migu Music. На Migu Channel выходят обычно игры, влоги и вот такой подобный формат. Так что я надеюсь, что вы там не заскучаете. А на Migu Music выходят мои треки. На стриме я брал продаваемые наборы и даже тогда говорил, что давайте, может, мы даже делаем традицию, что вот у нас будет чередоваться награды за Division Rivals, а дальше уже за Weekend League будет, на следующей неделе. Что давайте мы сделаем так. На стримах мы будем продаваемые брать наборы, а вот на видео не продаваем. Поэтому я беру в два раза больше наборов. Они будут непродаваемые. Впервые, по-моему, я, кстати, на второй рейтинг отыграл. Я там постоянно балансировал. Я обычно по вечерам поздно ночью играю. По паре матчей буквально. И я там постоянно захожу, у меня там очков 200-300 не хватает для второго ранга. Я потом такой выиграю спокойно второй ранг себя, потом захожу и опять то же самое. Вот. Для затравочки я пока открою наборы формы и наборы цветов разметки. Самые в кавычках интересные паки. Может быть, какую-то себе возьму. Буду использовать, хотя я хочу, наверное, пока 40 дней отдать дань памяти Диего Армандо Марадоне, и поэтому сейчас ничего не менять, оставить сборную Аргентины, там оставить его перформанс. Перформанс его останется, это точно. Начинаем тогда. Давайте, я думаю, тогда двигаться вот так. От малого. Премиальный набор смешанных игроков. Первый сегодня. Естественно, без волкаута. Спасибо, Копа Либертадорес. Спасибо, обожаю вас. Чтоб вы там все с Копа Либертадорес подавились. Но это, конечно, больно видеть. То, что здесь, это ужас. Еще один такой же премиальный набор смешанных игроков. Второй и последний. Хотя вперед прокатились. Это Ронжье. Из Марселя. 80 рейтинг. Здравствуй, Оливье Жиру. И все. Интересно, на этом кончилось. Следующий пак. У меня такое чувство, что надо брать продаваемые. Даже вам такое ощущение, потому что если, не дай бог, кто-то топовый выпадет, но это уже мимо. Это Тадич. Но это билборды. Это хорошо. Это пойдет на СБЧ. У меня такое чувство, реально, как будто надо брать продаваемые, потому что если вдруг выпадет прям супер кто-то прям охренеть какой топовый, да, то это как бы ГГ. Если вдруг не под мою лигу, не под мою нацию.
Вот, и поэтому я вот этого боюсь. Еще один редкий золотой набор. Это даже не билборды, это Daily Blind. Здравствуй, дорогой. Минамина. А он все равно не продаваемый, чего я радуюсь. Минамина все равно не продаваемый. Золотые премиум игроки, давайте. Подарите мне счастье. Пожалуйста, хоть чуть-чуть. Бейли. Наверное, за пару тысяч, может, он и улетел бы, но, к сожалению, он, опять же, непродаваемый. И Кане тоже мог бы за хоть что-нибудь улететь. Хамитом, Далах. Ну и остались два больших золотых набора. С 24 золотыми предметами. Естественно, это даже не билборды, это Бауман. 82 уже, хоть отвратительно смотрится, но более-менее... Ой, здрасте, здрасте, да-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 да. Ну и это все к ядрене фене на продажу. Последний золотой набор, пожалуйста, принеси мне что-нибудь. Молю тебя. Да. Грустно. Всего лишь Диоп 78. Куда катится эта жизнь? Куда катится этот мир, если у нас лучший это Диоп? О, подстригшийся Долберг. Интересно. Тут, по идее, сейчас... А, в дубликатах даже ничего нет. Круто. Ну, короче, ребят, паки говно. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. Ну, вот так как-то мы открыли награды за Division Rivals. Выпал лишь один... Тадич из более-менее адекватных, все остальное было очень такое себе. Ну а что вы хотите? В 7-м дивизионе это в порядке вещей, считайте. Ну давайте тогда на сегодня закончим. Не забывайте все-таки поставить лайк, подписаться на канал. Да, знаю, что улов не очень, но лайк вы должны поставить за то, чтобы... Вот я каждый день продолжал выпускать для вас новые видео, чтобы скорее карьеры выходили. Подписываться на канал надо за тем, чтобы... Не пропускать новый топовый контент, а также за тем, чтобы если мы наберем 500 подписчиков, я создам группу ВКонтакте, посвященную каналу Мигу ФИФА. И по большей части это нужно будет за тем, чтобы если вы нажали на колокольчик, что я сейчас призываю вас сейчас делать, но вам не приходит уведомление о моих новых видео, то в группе ВКонтакте всегда эти видео будут, и вы там их сможете посмотреть. С вами был, как всегда, Мигу. Увидимся, всем до скорого, всем пока.